Так, всем привет! Сегодняшний видеоролик будет нестандартный для нашего канала. Мы иногда балуемся разной кулинарной продукцией. Значит, сейчас сделаем видеоролик о том, как сделать очень вкусный десерт из бананов, шоколадки и мороженого. Значит, это все лежит, ну, скажем так, это на две порции большие. Вот обычно делается один банан на одного человека, но мы сделаем на двоих из трех бананов, потому что детям очень понравилось, все были в восторге. Итак, мороженое пока спрячем, пусть полежит в холодильнике. Вот, займемся бананами. Значит, забегая немножко наперед, расскажу. Банан карамелизируется на сковородке на сливочном масле. К горячему банану добавляется мороженое и расплавленный шоколад. Итак, начнем с бананов. Ну, для начала бананы надо почистить. Сейчас возьмем тарелку. Ручку уберем, чтобы не мешало. Бананы не ломаем, оставляем в целом виде. Ну, хотя на вкусовые качества это не влияет. Это скорее влияет на эстетику. Так, чистим три банана. Вот, ну, блюдо такое достаточно сытное, поэтому может быть три это и много, но посмотрим. Теперь берем острый нож. Так, и распускаем банан вот так вдоль. Давайте эти хвостики отрежем, чтобы они нам не мешали. Это хвостик, где был цветочек. Так. И вот так разрезаем вдоль. На две половинки. Стараемся не поломать, оставить банан в целом виде. Так, один. Так, еще второй. Так, теперь запускаем сковородку. Надо было ее предварительно нагреть. Ну, сейчас я прерву видеозапись и нагрею сковороду. Так, сковородка наша включена. Добавляем немножко сливочного масла. Сливочное масло должно растопиться полностью. Ну, этот процесс быстрый. Немножко обороты уменьшим. Где-то до семерочки. Так, и выкладываем наш банан. Банан выкладывается вот так, срезом вниз. Это не важно, наверное, его придется еще и раз переворачивать. Так. Так. Так, надо положить все в одну сторону, чтобы с загибом, чтобы влезли все. Нет, один все-таки вот так ляжет. Так, теперь прикроем крышку. Значит, бананы должны немножко пропариться. Ну, под крышкой это произойдет быстрее. Можно даже каплю воды добавить. Кстати, да, мы сейчас так и сделаем. Пару капель воды создаст под крышкой такую атмосферу. Бананы пропарятся, и потом без крышки мы их немножко поджарим, они станут такие слегка закарамелизированные. Влага из них лишняя выпарится, и за счет того сахара, который в них есть, они приобретут такой коричневый обжаренный вид. Но только без фанатизма, совсем чуть-чуть. О готовности банана говорит его состояние на консистенции. Он должен стать таким мягким, но при этом не развалиться в кашу, то есть не развалиться на полное говно. То есть он должен форму должен сохранить. Итак, давайте ждем. Этот процесс займет несколько минут. Можно пока видеозапись остановить. Так, процесс идет. Прошло несколько минут. Проверяем. Можно пальцем, можно лопаткой. Ну, он такой
Вот должен мягенький стать. Пропарим, пока не мягким не будет. А потом обжарим немножко и все. Так, под крышкой буквально 5-7 минут, не больше. Потом просто бананы начнут разваливаться на мамалыгу. Вот, повторюсь, это как бы на вкус не влияет, но внешне красивее, когда банан в собранном виде. Сейчас немножко их обкамерализируем, он станет такой слегонца коричневатый снизу. Мне кажется, что его и перевернуть не получится. Вот уже видно, край становится такой, сейчас покажу. О! Надо чуть-чуть уменьшить обороты. Так, мы решили все-таки перевернем банан, с двух сторон немножко пожарим. Мы чуть-чуть перестарались, можно меньше. Но в принципе это вкусно. Хуже, ну, угарей же нету, он так активно закамерализировался. Сейчас вторую сторону еще 5 минут. И на этом все. Теперь займемся шоколадкой. Давай, сына. Шоколад мы должны растопить. Ну, в старину это делалось на водяной бане. Сейчас мы это сделаем в СВЧ-печке. И отправляем в СВЧ-печку. Давай. Насколько ты ставишь его? 30 секунд. Ну там уже смотря как. 30 секунд это немало? Ну потом добавим. Так, ну пока шоколад топится, мы заканчиваем с бананами. Так, считаем, что банан пожарился. Выключаем. И выкладываем его на тарелки. Теперь выкладываем мороженое, да? Да. Вафельку тебе снимать или оставить с вафелькой? Снимать. Точно? Да. Так, мороженое нужен вкусный пломбир, но вот этот житомирский достаточно хороший. Чем пломбиристее мороженое, тем будет вкуснее. Так, сейчас будет второе мороженое готово. Секунду. А я себе положу с вафельками в собранном виде. Так. Так. И вот так. Так. Давай чуть-чуть вернемся сюда. Мы тут скачем на кухне вокруг стола. Давай, организовывай шоколад. Так а как его поливать? Ну, как я в прошлый раз делал. Так, берем, а то он не готовый. Это мало. Еще? Давай, добавляй еще, а то он, видишь, плохо льется. С шоколадом у нас не получилось, мы перестарались, спалили мы его. Оказывается, растопить шоколадку это тоже целое искусство. Закрой печку, что ты. Я первый раз такое вижу, что чем дальше топишь шоколад, тем он тверже становится. Вот она топилась. Аленку. Аленку брали? Не чайку в прошлый раз? На Аленку брали. Сейчас в следующий раз повторим эксперимент с Аленкой. Я же тебя спрашивал в магазине, что мы брали в прошлый раз. В прошлый раз очень удачно шоколад расплавился, и такие тонкие линии красивые сделал из него. А сейчас придется кусками ложить. Ладно. Ну, идея была такая. В общем, жареный банан, мороженое и топленый шоколад. Это реально очень вкусно. На, облизывай. Спасибо всем за внимание. Заходите на наш канал.